Попробуем рассчитать момент инерции относительно оси, перпендикулярной стержню и не проходящей через центр. Ось через точку С — это центр масс. А мы проведем ось параллельную этой данной оси через точку какую-то O. Выделим элементарную массу dm, которая будет зависеть от ее длины dx. И момент инерции этого маленького кусочка будет равен dm умножить на x квадрат. Подставив сюда массу, получим такое выражение. А момент инерции относительно оси O будет равен сумме двух интегралов с левой части и правой частью.